Так, приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня обнаружил такую вот вещь. Сейчас вам покажу. Это огромная сосна перегородила лесную тропинку. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Вот ее прям здесь с корнями вырвало. Огромная сосна. Вот большие корни прям отломило. Вот большие корни. Вот их прям надломило. А маленькие, вот она еще на них держится. Маленькие корни. Такая огромная сосна. Видно, когда она падала, вот здесь вот расщепилась, треснула. Вот таким образом. Огромная сосна. Вот. Сейчас мы померим примерно, сколько она в высоту. Такая соснища. Одна из вот таких вот красавиц. Видно, сильный ветер был. Листва сыграла как парус. Она не выдержала. И корни треснули, она упала. Вот такая сосна. Сейчас примерно померим вот отсюда. Шаг, метр. Ну, примерно так. Узнаем, сколько она. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 6, 27, вот тут уже ветки начинаются. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ну 35 примерно. 35 метров такая красавица была. Сейчас я взял рулетку, измерим диаметр ствола. Но это уже поточнее. Тут вот рядом сосна стоит, она даже и побольше будет. Но упала вот это. Сейчас измерим. Сейчас я достану рулеточку. Где-то метра полтора от корня измерим, потому что тут вот треснуло. Как раз нас метра полтора, наверное, треснуло. Так, вот я прокинул рулеточку. И она у нас получается... 1,75 м ширину. Такая вот сосна. 1,75 м упала. Вот она тут расщепилась. Огромная сосна. Так. Тонкие корни еще вот торчат в земле. Большие обломились, не выдержала она. Вот такие могучие корни. Когда-то было здесь две сосны. Но одну он спилили. Осталась одна. Ну, одна не выдержала. Порыв был сильный ветер. Вот она еще шатается. Лежит огромное соснище. Вот картина. Так. Кому понравилось, ставь лайки, комментируем. До встречи, всем удачи, здоровья.